Итак, мы переходим к нашему главному предложению этого дня. Предыдущая ЦТС закончилась практически за одну презентацию, а сейчас я с большим удовольствием знакомлю вас со слепонами женскими Алисия. Бренд Франческо Фиоро. Эксклюзивное предложение. Это наша новинка. Всего лишь второе появление в прямых эфирах на телеканале Шопен Шоу. И уже ажиотаж. Их всего 200 предложений на данный момент, то есть 200 пар. Как всегда, мой дружеский совет, да, не дожидайтесь, когда они закончатся, звоните прямо сейчас и заказывайте, потому что закончатся они у нас очень быстро, цена только сегодня 4049 рублей, при оплате банковской карты вообще цена получается 3847 рублей, многие уже заказывают их в двух цветах, но обо всем подробно нам расскажет наш любимый эксперт в рубрике «Обувь», конструктор, дизайнер, технолог, более 20 лет в индустрии обувной. Светлана Гарова, я люблю тебя, ценю, уважаю. О боже, спасибо большое, Алексей. Разреши мне рассказать про наше главное предложение дня. Все, и тогда я начинаю. Итак, у нас сегодня представлены от бренда Франческо Фиоро коллекция, которая называется «Слепоны женские Алисия». Естественно, они у нас выполнены из натуральной турецкой кожи, на чем я делаю особый акцент, потому что турецкая кожа – это сама по себе уже бренд, и она очень устойчива к ежедневным испытаниям и выдерживает любые сверхнагрузки. Обратите внимание, что в конструкции у нас есть две эластичные ленты с наружной и с внутренней стороны. Для чего это сделано? Ну, во-первых, не надо никогда ничего шнуровать, не надо ничего застегивать, достаточно просто обуться, и они уже будут очень хорошо зафиксированы на ваши ножки. То есть с ножки слетать не будут? Нет, слетать не будут, и плюс большой в том еще, что такие эластичные ленты, если ваши ножки имеют склонность к отечности, такая болезнь называется лимфостаз, вот тогда эти эластичные ленты будут подстраиваться именно под параметры ваших ног. И что хорошо, Алексей, здесь просто уникальная подошва, которую давайте посмотрим даже на нее более внимательно, потому что я хочу взять прям в руки и показать, насколько она мягкая и гибкая. Так, давайте возьму, наверное, вот этот белый цвет, любой сейчас выбираю. Во-первых, мне очень нравится, что сама подошва, она прозрачная. Ты видишь, если мы с тобой разные цвета посмотрим, это прозрачная подошва, через которую просвечивает цвет верха, из которого выполнены эти слепоны. Ну, я как эксперт рубрики моды не могу не сказать о том, что вот такая прозрачная или полупрозрачная подошва на обуви еще является одним из главных трендов коллекции весна-лето 2023. То есть это стильно смотрится, а уникальность еще в том, что она... А уникальность, посмотри в ее мягкости и гибкости. Обрати внимание, что когда будет наша прекрасная покупательница, наша прекрасная женщина ходить в этих слепонах, то эта подошва будет повторять все ее движения во время того, когда она будет в них идти. Знаешь, что мне напомнило? Подошву в обуви для плавания. Да, кстати, действительно очень похоже. Плюс то, этой подошвы в том, что она, ты видишь, пришита. Этот метод крепления называется бортовой. А, то есть это не декоративная стежка? Нет, это не декоративная. Она не функциональная, да. Это просто у нас получается, давайте я сейчас вам покажу, что наша подошва, вы видите, она просто пришита к подошве. Но при этом этот шов изнутри ножка не почувствует. Нет, нет, закрыто. Он не будет сочувствовать, потому что закрыт анатомической стелькой. Ну, давай, Алексей, пройдемся с тобой по цветовой гамме, потому что у нас огромное количество, подготовлено специально для вас. Итак, начну вот с этого. Нет, это не мятный, это светло-зеленый. Это светло-зеленый цвет у нас. В одежде часто называют такой цвет хаки. Да, а вот мятный, который мне сейчас подсказывала наша Дарья, наш продюсер, вот он на моих ножках. Вот мятный и вот светло-зеленый. Вы видите, они очень различаются цвет между собой. Вот мне уже подсказывают, что именно мятный сейчас становится лидером, знаешь, фаворитом. Почему? Потому что он на моих ножках. Я тебе серьезно говорю, как только уже выбираешь... 37 пар заказано буквально за 40 секунд. Мои дорогие горячо любимые модницы, в каждом размере остается буквально по 2, максимум по 3 предложения. Да, сейчас начинается ажиотаж в колл-центре. Следующий цвет. 2 мы посмотрели. Мятный. Так, да, светло-зеленый. Цвет. Дальше мы с вами смотрим вот этот нюдовый бежевый цвет. Он очень приятный. Я обожаю эти оттенки. Знаешь, такие пшеничное поле. Это, знаешь, отсылка к такому завтраку. Ну, какой-то вот круассан французский. Причем твоя рука убегает от моей. Вы, кстати, знаете, вот такие еще светлые бежевые оттенки. Их легко сочетать с любыми другими цветами да, из одежды. Да, это один из самых базовых цветов. Да. А этот у нас коричневый. Ну, здесь я обожаю. Это прям вот лист табака. Как вот, знаешь, как сигары. Такой очень богатый, роскошный цвет. Действительно, он очень хороший. Плюс такой у него интересный медовый оттенок. Приятный
идеальный вариант. Ну и, конечно, презентацию я вам уже успела показать на белом цвете, который вы разглядели. И есть наш базовый, опять же, Total Black. Именно так я всегда называю эту модификацию, потому что здесь у нас и черный верх заготовки, и черная подошва, черные эластичные вставки. Единственное, что выделяется, это фурнитура цвета темно-никель. Ты прям рассматриваешь что-то, задай мне вопрос. Нет, дело в том, что прежде чем задать вопрос, я хочу просто напомнить, вдруг кто-то не знает, что бренд Франческо Фиоре, а Слепон и Алисия, наше главное предложение дня, представлено именно брендом Франческо Фиоре, это бренд-эксклюзив телеканала Шопен Шоу. Да. Почти год назад я его лично презентовал вместе с Ариной Нагаевой, но вы с ним раньше были знакомы как с брендом одежды. Да. Теперь бренд Франческо Фиоре выпускает еще и обувь. Причем производство в Турции, да, сотрудничают с российскими дизайнерами. Вообще создательница бренда Франческо Фиоре, Франческо, итальянка, которая живет в России уже много-много лет, замужем за русским парнем. Кстати, Франческо с итальянского переводится как «свобода», «фиоре» — «цветок», «свободный цветок». Итак, что касается, вот, знаете, я просто обратил внимание, что здесь подошва, она чуть-чуть шире. Расклешается, да, к поверхности вот. Земли. Да. И я знаю, что многие модницы, причем вне зависимости от возраста, обожают именно такую подошву, потому что сами говорят, что увереннее, устойчивее себя ощущаем. Ну, я тебе говорила, что подошва здесь уникальная. Смотри, Леш, я хотела, во-первых, нашим дорогим телезрительницам подсказать, что размерную сетку мы выбираем с 36 по 41 размер в размер. Это так как важно. У нас уже, да, прям очень хорошо идут активные продажи. А вот теперь давай вернусь к подошве. Итак, здесь подошва у нас еще и с защитным элементом. Смотри, в носочной части, если вдруг вы споткнетесь, то будет защищена натуральная кожа в носочной части, но и, соответственно, ваши пальчики. Ну и плюс гибкость этой подошвы меня потрясает. Поэтому, дорогие мои телезрительницы, если вы успели полюбить один из любых цветов коллекции Слепон женские Алисия, приобретайте для себя либо черный, белый, коричневый, бежевый, светло-зеленый, а также мятный. Полнота у нас увеличенная 8-я, но хочу тебе сказать, так как эластичные ленты есть, если у вас какие-то особенности стопы, то подстройка. Стелька анатомическая, да? Стелька анатомическая. То есть это и не только про стиль, доступную цену, эксклюзивность, но и про здоровье тоже, да, абсолютно. У нас речь идет. И вы же понимаете, мои дорогие, горячо любимые модницы, что по цене 4000 рублей купить невозможно обувь из натуральной кожи. Минимум ценник начинается от 7, а то и 8 тысяч и выше. За эксклюзивную обувь, которая будет только у вас. Но по факту даже не в каждый город попадет такая пара. Да. Потому что 1118 городов России, а у нас всего было 200 пар. Да, понимаете? Итак, цена 4049 рублей при оплате банковской карты еще 5%.